Всем привет, с вами Стрелат, у меня очень плохие новости. Я, как всегда, умудрился напортачить, и серия не записалась. Просто я, как можно сказать, даже точнее, не включил фрапс. Извиняюсь за это. Это, похоже, уже традиция в PES. Скажу, что мы сыграли 1-1. Я хорошо провел тот матч. Но, мы забили с первых же минут. Я тоже там один очень хороший удар нанес, который, чуть ниже девятки, можно так сказать. Но вратарь его потянул. Вот, и когда меня посадили на скамейку запасных, нам забили. Как это обычно и бывает. Я там говорил, точнее извинялся за то, что первая серия получилась не очень хорошей. Из-за того, что я там много вырезал звука, когда били по батареям. Еще раз говорю, что я не знаю, что можно делать. Там, что еще? Вроде. Еще пытался комментировать, когда меня посадили на скамейку запасных. У меня это довольно-таки средне получилось. Ну, давайте начинать матч. Я все, что забыл сказать, скажу во время матча. Начинаем. У нас сейчас игра против Вильям 2. Так, я тут еще говорил, что довольно-таки неплохо сделали вот это, что сразу видно, какая форма. Давайте разыграем матч. Плохо вот, что не сделали, когда игроки выходят на поле. Самое странное, что в товарищеском матче этого не было. Ну, ладно. Посмотрим как раз, как выходят игроки. А, забыл сказать, что меня в основу посадили. Ой, на скамейку запасных. Что за бред, я вообще несу. В основу посадили, да уж. Ну, как оно обычно и бывает. Наверное, тоже традиция, что в начальных сериях я немного туплю. Смотрим на игроков. Ну, дальше можно пропустить. Сейчас я попробую тоже покомментировать немного. Если вам это будет не нравиться, то вы пишите. Я перестану. Сейчас. Блин. Все так быстро идет, что не успеваю даже ничего говорить. Нас вот так. Противник нанес удар по нашим воротам, но промазал. Наша команда идет в наступление. Валвейк бежит. Так. Неудачная атака. Противник нападает, атакует. Так, угловой не в нашу пользу. Это обидно. Жаль, что вот со мной, конечно, очень хорошо действовали, потому что я, сразу дал пас игроку, который бежал практически в офсайде, но не был еще в нем. И еще я говорил, по поводу управления, чего. Что мне не понравилось и всякое такое. Вроде в этот раз я уже записываю. Так, как вы видели, игрок только что по газону ударил ногой. Вроде этого не было в PES-12. Может, я ошибаюсь. Я, по крайней мере, этого не видел. Почему не ударил, не знаю. Надеюсь, сейчас меня выпустят. Не знаю. На мой взгляд, очень легко стало. Неудобно, но легче стало играть. Посмотрим статистику. Так, ага, владеем мячом у нас хуже. Начинаем второй тайм. Меня еще нет. Продолжаю. Многие пишут, что на джойстике финти стало легче управлять персонажем. Я это пока не проверял. Может, потом уже. Но на клавиатуре ужасно мне стало неудобно играть. Может, это только мне. Фух. Справились наши защитники.
Молодец, вратарь. Вот я еще говорил, очень хвалил команду Valveig, что, о, как раз меня выпускают, что у них очень хорошие игроки и защита, и нападающие. Особенно хочу сказать, что хорошие нападающие, потому что им можно просто дать пас, и они могут забить. И говорил, что много голевых передач у меня было за эту команду. Ой-ой-ой. Он сам сделал подкат. Я не делал ничего. Вот. И забивал довольно-таки часто, потому что пытался пробежать вперед. И игроки мне пасовали. Хоть я там даже когда только начинал играть. И это был... Было и в прошлом матче, они хорошо мне пасовали. Ать, блин. Молодец. Да, ну вы видели только что, что случилось. Довольно-таки забавно было. Смотрим на повторе. Ну, я не знаю, конечно. Молодец наш игрок. Ну, сейчас буду я уже лучше комментировать. Я уже вроде про все сказал. Вкратце, как мог вкратце. А еще получил желтую карточку. Это нарушение, которого не было. Ну, игрок, я не знаю, как-то сам упал противника. Вот я возле него сделал подкат, и он упал. Вот я даже на повторе посмотрел, это так и было. Ну, не знаю. Всегда может такое случиться. Надеюсь, что все, ну, сделает лучше немного в обновлениях. Очень на это надеюсь. А, еще я звание получил там какое-то. Ну, я как понял, это для тех, у кого игра стимовская. Ну, это вообще с метра поворотом промазать. Ну, даешь, чувак. Я не помню, если честно, какое-то вообще странное название. Пропускаем. Ну, может, потом вы увидите. Я не понял, что-то вообще и зачем мы его сделали. Ну, может, это порадует тех, у кого игра стимовская. Ой-ой-ой, как неудачно. А нет, смотрите, довольно-таки удачно. А почему... Почему ты... Не взял интерес. Не принял. Странно. Я хочу побольше голевых передач. Ну, сам просто пока не очень стремлюсь забивать, так как я все-таки опорный полузащитник. Ой, все, карточка стопроцентная. Вот на этот раз я, да, уже. Видно, заработал. Так что даже можно испарить на повторе. Я уже говорил в PS12, что прохождение, как я люблю делать подкаты и зарабатывать за это карточки. Ну, только сказать, пасуй, пожалуйста. Ладно. Ой-ой, собака у меня начала лаять опять. О, не надо махать, офсайда не было. Теперь забиваем. Забили. От штанги. Это супер. Наш первый гол. Я постоянно так прохожу. Я думаю, что, наверное, поменяю уровень сложности, хотя даже не знаю. Ну, пока я, наверное, по графической сложности любитель. Ну, на мой взгляд, легче немного сделали игру. Так, смотрим статистику. Хорошая статистика. Так, вот еще о чем я говорил. Я игрок матча. Круто. В прошлый раз я заработал 6-0 почему-то рейтинг. Но в этот раз уже нормально. Не, ну... Первый матч официальный, уже игрок матча. Круто. Так. Угу. Ну и то же самое, что ребята привыкают. Что намного лучше. Я играю. То будут мне пасовать чаще.
В прошлый раз у меня, жаль, что мышкой нельзя показать, но тут у меня практически все поле было заполнено. Так, смотрим. Ох, как еще сделали. Так, смотрим. Ну, кто тут наши главные соперники? Аякс сразу что. ФК Твенте. Так, ПСВ. АЗ. Это такие главные, на мой взгляд, соперники, которые могут помешать. Ну а так все нормально. Так, мы на первом месте. Благодаря мне. О, вот, ученок. Вот что это такое? Я говорю, тут такие вундеркинд дальше. Черная пантера. Кобра. Маленький принц. Что это вообще? Я не понимаю. Вот. Может, кто и пробовал играть, объясните мне, но я не понимаю. Так вот, иногда после матча тебе буду давать прозвище, играя по сети. Понятно, теперь понятно. Знаешь, что признан лучшим игроком матча на соревнованиях? Ты получил пару новых бутс. Ага! Вот что это дает. Ну, на мой взгляд, это хорошо сделали. Нужно будет посмотреть, что тут. Что тут есть. Так, объекты. Магазин, список объектов снаряжения. Отсутствует. Так, это. А, вот бутсы. А, получается, я без бутс все это время был, да? Ага, вот она. Так, максимальная скорость. Взрываться способности. Точность удара увеличится. Конечно же, мы одеваем вот эти бутсы. Так, я надеюсь, они сохранились, да, супер. Список объектов, ну это да, вот то, что мы смотрели. Вот это, на мой взгляд, очень хорошо придумали. Так, как раз мы уже можем купить плюс один показатель способности. Так, еще, еще. Давайте попробуем купить. А, вот оно что. Так, упорство. Ага. Понятно теперь что. Ну, я не знаю, как вам, но на мой взгляд, это плохо, что сделали вот это все. Смотрим, что плюс 3, плюс 5, увеличение всех. Это вообще бред. Так, сколько? Охренеть. Эффективнее тренируется скорость. Эффективнее тренируется энергия. Удар, пас, дриблинг, защита, выносливость. А, вот как раз что я видел. Я-то думал все. Ага, понятно. Высший эффект от всех тренировок. Повышается опыт позиция. Это опыт. Ага, уменьшается утомляемость. Да, такая картинка, конечно. Так, уменьшается травмированность. Так, и плюс один показатель физической формы. Ну, я так хочу попробовать просто. Я, наверное, возьму дриблинг. Да, точно. Мне не хватает 20 очков. Ну ладно, давайте попробуем. Плюс один. Так, скорость короткого. Точность. Давайте скорость лучше. Да. Ага, понятно все. Ну, вот. Да уж, ну, еще раз повторюсь. На мой взгляд, это так, что. Так, для этого выберите объект. Ага, понятно. Список объектов, экипировка. Ну, вот, да. Что там еще у нас есть? Снаряжение, что вроде ничего. Ну да, это как раз. Ага. Так, и получается, мне вот интересно, это, наверное, потом откроется, вот это третье. Ну, увидим. Тогда в дальнейшем, что и как будет тут. Разберемся, я думаю. Ну, переводим время, ничего нам не остается. Так. Ага. Сегодня матч.
А почему я ж был игроком матча? Не, ну это меня, конечно. Так, ага. Понятно, понятно. 53, хорошо. Ну, наверное, это все из-за того, что я любитель. Но я пока не собираюсь, потому что я думаю, я когда повышу уровень сложности, станет тяжелее. Я пока просто не привык к тому, как тут все. Это вот так, лучший игрок в Европе. Я вот не удивился, да. Стоп, стоп. Так, Месси 39, вот Хави, да. Кстати, хочу сказать, что Иньеста все-таки стал лучшим игроком. Ну, ладно. Тут Иньеста даже нету. И Роналду. Ага, на третьем 3 голоса у него всего. Ну, понятно. Ну, на этом все. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Увидимся.